Процедуру медосмотра при получении прав усложнили. Водители по всей стране выстроились в очередь за медицинскими справками. Дело в том, что медосмотр для будущих автомобилистов сильно подорожает. При выдаче медицинской справки для получения прав теперь жители республики будут обязаны сдавать анализы на наличие наркосодержащих веществ в организме. Новый порядок вступает в силу уже в эту пятницу. Все это напрямую отразится на стоимости. Цена подобной справки с 700 рублей может вырасти до нескольких тысяч.